Ну, как я подразумевал, нахожусь на улице Марата. Марата. Куда выйду, пока точно не знаю. Наверное, один из самых дорогих квартир. Тут круглосутки жизнь кипит. Потом как-нибудь на Фонтанку, но это в другой стороне, справа от меня, покажу. Утро начинается. Сегодня погода, кстати, жарко. Я вон в футболке, но это сверху одел еще толстовочку теплую. Магазин продукты 24 часа, но мы в него не пойдем, потому что у меня только один жетон на метро. Я с собой денег сегодня не брал.